тренер команды Ростов, Аброскин Александр. Александр, прокомментируйте сегодняшний матч и с победой вас, кстати. Да, спасибо большое. Ну, прокомментировать всех с победой. Футболисты молодцы, выиграли. Давно не было побед и положительных эмоций. Поэтому всех поздравляю с этой победой. Как вы считаете, в чем сегодня превзошли соперника ваши футболисты? Наверное, в организации игры и в индивидуальных действиях, которые решили исход матча. Спасибо большое. Нгоен Вадим, игрок команды Ростов, с победой тебя. Что можешь сказать по поводу сегодняшнего матча? Спасибо. Вся команда выложилась на 100%. Каждый отдавался на каждом участке поля. Считаю, что это заслуженная победа. Как ты считаешь, благодаря за счет каких качеств, благодаря чему сегодня получилось одолеть соперника? Ну, во-первых, это самоотдача. Каждый выкладывался. Где-то технически у нас все получалось, поэтому мы и забили голы. В конце матча складывалось впечатление, что соперник немножко, так сказать, подсел, и у вас были еще моменты, чтобы развить успех. Почему не получилось? Иногда был технический брак, соперники шли вперед, и мы старались за спину закидывать мяч, но иногда не получалось. Спасибо большое, еще раз с победой. Спасибо.